За 90 секунд вы узнаете, как ДНК-методы помогут создать идеальную армию, вырастить гениев и чемпионов, оперативно раскрывать тяжкие преступления и избавить нацию от болезней и деградации. Личный состав силовых структур и служб специального назначения – залог национальной безопасности. При отборе кандидатов важно не допустить на службу людей, склонных к асоциальному поведению, немотивированной агрессии, алкогольной и наркотической зависимостям, нервно-психическим и серьезным соматическим заболеваниям. ДНК-тесты позволяют выявить лиц с предрасположенностью ко всему вышеперечисленному. Известно, что изобретение, научное открытие и спортивное достижение – заслуга небольшой группы людей с повышенным IQ или неординарными физическими задатками. С помощью исследований генома можно обнаруживать интеллектуально одаренных детей и детей, генетически предрасположенных к определенным видам спорта. Обучение, развитие и тренировки позволят вырастить талантливых ученых и врачей, амбициозных политиков и экономистов, будущих олимпийских чемпионов, которые выведут страну на новый уровень развития и научно-технического прогресса. Наиболее эффективный метод избавления нации от болезней и деградации – выявление носителей патологических мутаций и профилактика рождения больного ребенка в семьях высокого риска. Это позволит существенно снизить количество детей с тяжелыми пороками развития, со смертельными генными и хромосомными заболеваниями. В капле слюны человека хранятся ответы на тысячелетние загадки цивилизации. Этнопопуляционный ДНК-тест способен определить происхождение целой нации. Это реальная возможность остановить, прекратить бессмысленные межнациональные конфликты. Запуск проекта Национального центра генетики сейчас позволит уже через несколько лет получить ощутимый результат, поднять экономические показатели, продвинуть вперед науку и спорт, сделать большой шаг к здоровой нации и защитить интересы страны.